Ой, всем привет! Сегодня мы снимаем новое видео. Вторая неделя в лагере синтетик. Итак, что нужно, чтобы залезть на шкаф? Скинуть одеяло. Маншатки какой-то. Все смывает. Я домовой. Все, я теперь буду здесь жить. Давайте снимем 24 часа на шкафу. Будем тебе покушать давать. Да. Носите в столовой. Все. Блин, если бы он был не такой шаткий, был бы вообще оптимально. Будет. Давайте. Давай, мы ввели социальный номер. Какого? У меня нет денег. Там давайте. 7, 9, 5, 0. А давайте по очереди. Давайте по очереди. Вводила 8, ну, давай. 554, 517, 56, 57. Не, ну просто... Ну отошли тоже, 4, я не хочу. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Не все. Все, давай, звони. Надо запикать ее, будет голос. А зачем? Она предыкала. А давайте сейчас скажем, вы же желаете получить карточку Остин? Неправильно набран номер. Давай, ужас. Вот я вот на вот этот номер звонила. 8-954. 17. 56. Да не надо, 56. Наташа. 57. Ну, дальше. Все, звони. Для продолжения звонка вам необходимо попробовать. В смысле, у меня же было. Давайте на 666. Давай, звони. У меня денег нет. Только не у кого. О, Аня, у нее есть, звони. На что? Что? Какой? Ну какой-нибудь номер. У меня 26 рублей. Алло. Значит, этот номер какой-то тупой. Да. Давайте другое. Давайте на 6-6. 8-9-5-2. Давайте за... Точно что, сядь. Давайте либо 5-0, либо 5-3. Татьянка, сядь. Давай. 5-3. 5-0. Только ну, не урони. Давай. 847 будет. 60. 31. Ты что обвела? Это я случайно. Давайте какому-то другу позвоним. Давайте. Только другу. Давайте кого-нибудь алфавитом разыграем потом. Алфавитом? Обслуживание набранного вами номера временно приостановлено. Блин, чё она так не везёт? Дайте мне номер любого вашего друга. Я не знаю номер. Тогда я буду говорить. Ты молчи, потому что тебя знают. Проговорить-то чё будем? Тишину. Импровизируем. Нет, будет чуть-чуть, это реклама, не хотите получить карточку Остин? Лишнего. Я. Господи. Хватит хрюкать, мы уже снимаем. Привет. У нее просто лист... Сейчас он покажет. Вот листрин. Это не реклама, так что харе показывать. Ой, темно. Мы с ним вдвоем в комнате. Потому что Саша уехала, она ничего не сказала. А мы все за тобой следим. Блин, такое ощущение, как будто мы в какой-то страшной комнате. На самом деле, тут вообще все нормально. Тут очень страшно. Ага. Потому что здесь находится Таня. Поэтому страшно. Сейчас переведем камеру на меня. Короче, давно я не снимала. Решила тут снять ночной видосик. Немножечко поболтаем. Мы поболтаем с вами. Просто скучно, ничего делать. Наш отряд немножко сегодня наказали, типа без дискотеки, хотя бы. Хотя мы бы и так на нее не пошли, потому что было очень поздно. Вот, посвяти еще сильнее. Вот. И, короче, нас наказали, потому что у нас был квест о Гарри Поттере. Типа там многие плохо себя вели. Но, блин, как может 63 человека себя хорошо вести, понимаете? Никак. Все вместе, причем. Да. Не каждый по отдельности хорошо себя ведет, когда хочет. А еще научилась... Ну, как бы я умела правильно велить, но сейчас очень часто это делаю. Ой, тебе так сзади затылок поднимается и волосы вот так вот. Когда я делала правильно? Угу. А еще мы, наверное, завтра, вот там Аня, светитель. Завтра, скорее всего, пойдем в басик. Может, поснимаем.
Ну, на этом наше видео заканчивается. На самом деле оно не заканчивается, потому что я буду монтировать, но не сейчас, а может быть сейчас. Пока! Аня, что ты делаешь? Что ты слышала? Порядок такой. Окей. А зачем? Ну, потому что вчера я, блин, с жопой своей села на хну и пришла стирать. Поэтому я ухожу. Она мне не дает. А почему ногу? Потому что тут я тоже намочила все. Я растирала. Да. Всем привет, это лайфхаки. Вам понадобится влажная салфеточка и расческа, и ваши волосы. Надеваем влажную салфеточку вот так вот, на расчесочку, и пропихиваем. Вот так вот, короче. Ну, видите, как прикольно получилось, я покрасила этот. Кто играет, ставим лайки. Ну вот, мы уже пропихнули и начинаем расчесываться. И этот лайфхак создан для того, чтобы на расческе не скапливались волосы. Просто потом снял и выкинул, и все. Пользуйтесь! Да. Отличная идея! Да. Итак, а теперь я покажу свой лайфхак. Май, здрасте! Если вы хотите покрасить волосы, но так, чтобы это потом когда-нибудь смылось... Когда-нибудь! В ближайшую неделю. Короче, мы это сами еще не выяснили. Вот что я сделала. Короче, мои волосы были коричневые, да? Вот я их покрасила в такой немножко розоватый сейчас. Кончики. Где-то здесь видно должно быть. Вот. Особенно на этой прядке. Вот. Берем маркеры любые, желательно спиртовые. И малюем волосы. Ну, короче, я брала вот такие вот. Вот. Я не помню, какой цвет из них. Ну, какой-то розовый. Или фиолетовый. Ну, вот вроде бы вот это что-то было. Да. Сиреневый такой. Mm-hmm. Отличная идея. Пользуйтесь. На здоровье. А на этом наше видео заканчивается. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.